Федеральная служба судебных приставов по Ульяновской области провела акцию «Узнай о своих долгах». Жителям региона рассказали о том, как проверить свою задолженность и о том, как ее платить с применением современных технологий. Ну, сегодня проводится акция, как она называется, всероссийская акция «Узнай о своих долгах». В рамках данного проведенного мероприятия мы предоставили сведения о имеющихся задолженностях или их отсутствии у граждан по исполнительному производству. Рассказали гражданам, как можно получить информацию и оплатить ее через информационный сервис, как называется база данных. Акция проходила на железнодорожном и автовокзалах Ульяновска и на других точках. Для того, чтобы узнать свою задолженность, прохожему достаточно было назвать приставу свои паспортные данные. База работает почти мгновенно. Транспортные узлы для проведения акции выбрали не случайно. Среди прочего, жителям разъясняли, что долг может стать причиной, по которой вас, к примеру, не пустят в поезд. Наступлением периода отпусков и неоплаченными задолженностями судебным приставам могут быть вынесены ограничения на выезд. Это сумма долга свыше 30 тысяч. По неисполненным обязательствам это как кредитные платежи, налоги и другие. Речь идет только о тех долгах, которые уже передали судебным приставам. Обыкновенные просрочки выехать в отпуск не помешают. А как понять, какие долги у приставов, какие нет? Для этого и нужна единая база данных Федеральной службы судебных приставов. Ну а если вы пропустили акцию «Узнай о своих долгах», попасть в нее можно через мобильное приложение. Ссылки есть на официальном сайте приставов. Проверить свои долги решили и мы. Долгов нет. А у вас? Андрей Творогов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.